хотели вступить в такую партию, где кричат так? У меня такой нескромный вопрос к вам. Ну, напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Я-то лично. Так, попробуем зайти, как специалист ваш быть, подходите. Помогите, а то нам дали, сказали, да что дёрзать, это не наше оборудование. Так, покомпактней. Значит, у нас с вами регламент следующий. Мы проводим митинг. Он у нас на 2,5 часа, все мероприятия с 12, посчитайте, это будет... выступающего, чтобы говорили только по существу. Значит, я подведу итог прошедшего марта. Насчитал на мосту 200 человек. Значит, я думаю, может быть 195, может быть 205, но 200 человек было. В сравнении с прошлым годом 360 было, 11 год 1000 было, но в этом году многие люди говорили, мы придем, нас посадят. По прошлому году боялись. Поэтому даже те, кто пришел, сегодня слава Богу, что пришли. Внимание со стороны власти вы увидели очень серьезное. Значит, с нами, с организаторами беседовали все представители силовых служб. Понимаю, что сегодня, насчет того, куда пойдет русское движение, будет покой в городе или нет. Я хочу от имени Русского общественного совета, мы здесь несколько членов президиума есть, то мы ввели представителя от молодежи Игоря Могилева. Значит, готовы сегодня рассмотреть кандидатуры людей, которые готовы войти в этот совет, за которыми есть возможности людские, и будем говорить, в голове есть то, что не мешает людям понимать то, что происходит. Значит, у нас русская общественная организация «Союз русского народа», русская община Волгоградской области регулярно проводит съезды. Вот на очереди у нас сейчас, значит, 17-й съезд русского народа. Поэтому по нашему уставу даже человек, не являющийся членом организации, а пришедший вот на такое мероприятие, может стать делегатом. Поэтому я, как председатель организации, которая провела русский марш, предлагаю перевести данный митинг в съезд русского народа и принять на нем соответствующие документы, адресованные к власти, адресованные к людям, которым мы можем доверить свою судьбу на территории региона. Хочу поставить на голосование, кто за то, чтобы считать данное вот собрание людей съездом русского народа 17-го в Волгоградской области, прошу поднять руки. Большинство людей... Вы сдержались. Большинство людей против, за то, чтобы... единогласно. Тогда я, с вашего позволения, я зачитаю проект, серьезные чтобы выступающие люди могли отреагировать как-то на...